И с тех пор эта традиция жива. Наша бригада «Благодарная Россия» проводит в городе уже 49-й концерт. 50-й будет в «Авроре» 16 января, я вас заранее приглашаю на этот концерт. И как вы поняли, сегодня праздник будет с долей грусти. Вспомним Колю и прославим Джона и Битлз. Это хорошее сочетание, как мне кажется. Это жизнь, это музыка. И у Битлз в музыке, и в словах все это вместе было всегда. Так что начнем. Во мгле крутых небесных буч, под черной крышей мироздания, летит Святого Духа луч, и входит трепет в подсознание. Когда же это все придет? Когда раздастся звон церковный, земля восстанет из болот и рухнет в клевость. So I will disappear if she turns out my door. Please let me know. I had a dream for two. Ну давай, иди сюда. Иди ко мне. Я добрый. Здравствуй, Денис. Денис, это я говорю. Привет. Здравствуй. Да, это папа. Ага, все понятно. Денис, я знаю, что ты изучаешь английский язык, да? Daydreamer, one way ticket can. It's
Теплые слова человека, без которого бы, наверное, этой замечательной традиции не было. Да? Человек, который открыл для себя и отчасти для нас. Это вот тот удивительный мир музыки Битлз и вообще настоящей живой и честной музыки, которая вместе с Битлз и вслед за ними родилась и пошла завоевывать и захватывать без единого, что называется, выстрела мир. Это человек Коля Вась. Так получилось, что мы первый раз отмечаем этот праздник без него. Немножко необычно, немножко странно, но... Parking the Harvey Express. My next emotion there, my thoughts are pick a moon girl. You can read everything. Может, ты где-то на большом. А может, где-то не вижу я твоей улыбки что-то. Ты верно заблудился в мудрости крутится, а постигать ее. Ты опять за пивом идешь, в стекле живет отражение. Ветер носится. И музыкантам, и публике. Спасибо вам за прием.